Всем привет, с вами снова Вист, и мы с вами продолжаем проходить Bioshock Infinite. В предыдущей части мы сразились с воинами капитана Слейта, а сейчас мы направляемся к нему. В предыдущей части, помимо этого, мы услышали просто замечательную классическую мелодию. Одна из них, по-моему, была Requiem Моцарта, насколько я помню. Но сейчас нам нужно двигаться дальше. Мы заслуживаем умереть как солдаты. Ну, в принципе, это им, видимо, и даровали. Как раз. Мне пришлось немножко тут перепроходить по новой. Ну, поэтому, ну, немножко, наверное, цифры могут отличаться от того, что у меня сейчас есть с собой, так скажем. Отсюда патронов, там может еще чего-нибудь такого, но не более. Давайте сейчас осмотримся, пожалуй, тут и... Давайте, кстати, посмотрим, что у нас. Ну, хорошо. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Кстати говоря, если мы вдруг получим этот самый, как раз... Что это за звуки такие? В общем, короче, если мы получим тоник электрический, может, мы сможем открывать вот эти вот двери. Это было бы, наверное, прикольно. Даже, наверное, не было бы, а... наверное, так и было бы наверняка. Так, что-то там, еще раз. Найдите Слейта за памятником первой леди. Сейчас мы здесь вот это вот все, пожалуй. Ну-ка, если... Кстати говоря, вот здесь вот если... нет, нельзя. Жаль. Ладно. Кстати говоря, так скажем, улучшение, которое нам дает наше снаряжение, просто вообще великолепно. От поеданий и приземлений. С крюка у нас неуязвимость. Мы чуть ли не постоянно можем быть неуязвимыми. Так. Так, что он нам тут даст? А, увеличение урона, да. Все вспомнил. Да я тоже рассматривал в предыдущей части. Ладно, давайте двигаться. Ага. Так, Вигор. Так, здесь дешевый гипнотизер. Нет, спасибо. Так, а здесь что у нас? Здесь улучшение и, ну, как всегда, ничего такого. Жаль. Да, нужны, конечно. Спасибо. Так, тут еще есть два кинетоскопа. Давайте осмотрим. Никого он не пускал в башню к Элизабет, но в принципе мы это и так знаем. Ну-ка, а здесь. Как раз рождение ребенка. Интересно, кстати говоря, вот такой вот маленький аспект. Еще у нее мизинца на правой руке. Прям таки интересно на самом-то деле. Так, что там? А, что-то история, механический патриот. Вот эти ребятки мне не нравятся. Очень не нравится. That's what Comstock will turn us into. Wires and gears to replace heads and hearts. Ох, ё! Ещё. О, ат-ат-ат-ат-ат-ат. Да, блин, двигайся давай. Скорострел. Comes
our stories and scrubbed away our soul. Now, he's coming for me. And when I'm gone, all that will be left is the lie. Just give us what we came for. Do it. There. Так, давайте-ка смотрим, что здесь вообще есть. Ну-ка, здесь медикаменты. Нет, нам это не нужно, как оказалось. Давайте еще один кинетоскоп посмотрим. Леди Комсток погибла, точнее, была убита. По крайней мере, как уверяет Комсток, якобы была убита. В сувенирной лавке была дверь. Это где? Мы же так вроде в ней. А, вот. По крайней мере, как нам... Комсток хочет заверить, что якобы... Дейзи Фицрой убил ее. Хотя это вполне возможно, но я почему-то в этом не сильно уверен. Если, по крайней мере, Слейд говорит действительно правду относительно того, что он все нам переврал. Так. Ну, здесь вот есть как раз... Ну, ладно, открываем. Can you unlock this? Seems easy enough. Ready. В принципе, есть еще один сейф, но в нем наверняка тоже только деньги. Я думаю, мы навряд ли, наверное, найдем еще 5 отмычек, чтобы открыть тот сейф. Ну ладно. The whole place is ransacked. There ain't no shock jockey here. Slade must have taken them. Look. Мне вот этот не нравится. Slade. He's here. Смотрите со Слейтом, ну хорошо. Давайте-ка тогда двигаться. Нам куда-то сюда, видимо. Так. Так, блин, немножко раздражают эти. Ну ладно. Comstock ships. Coming for Slade. It was Slade who killed for his country at Wounded Knee. It was Slade who stormed the gates of Peking. Slade! Slade! Comstock's coming, Booker. But our lives won't satisfy him. Oh, no. He won't rest until he's turned us into tin. I won't let him. He took my past. But that's all he's getting from me. Just give us the vigor. We don't need to do this. Here you go, boys! A soldier's death awaits! Взять гранатомет? Ёптит, ёптит! Блин. А, это не выключается еще, да? Блин. Ну умри ты, а! Черт бы тебя подрал, а? Элизабет! Опа! Оп, сюда упрыгиваем. Да как ты вернулся там, а? Так, это вот ловушки, я так понимаю, их никак. А, нет, можно. Давайте уберем их, а то они тут мне как-то напрягают. Так, где они тут еще? Вот. Так. Нет, блин, где? Овсянка. Do it. Черт! Sure.
ёптель. А-та-та-та-та. Блин, что-нибудь. Опа. Так, где? Хоть кого-нибудь еще можно прыгнуть. Вот так вот. Так, где еще кто? Вот так вот. Элизабет, ты жива там? Вроде да. Спасибо. Так, если она нам будет пополнять боезапас, это хорошо, я бы сказал. Да черт побери. Ох, ёптик. Оп, ну-ка, сверху можно его ударить, интересно? Вот так тебе. Хорошо. Спасибо. Блин, давайте сюда сбегаем, что ли. Там кто-то идет уже, конечно, но ладно, фиг с ним. Ничего страшного не произойдет. Так. О, кстати, экстракт. Так, давайте-ка еще улучшим щит. Почему тот он и спасает. Так. И почитаем. Еще один. Как раз голософон. Смерть солдата. Капитан Корнели Слейд. 6 июля 1912 года. Место Двор. Я и мои солдаты обречены. Нас ждет та же участь, что постигла Кастера на Литл Бигхорн. Однако мой разведчик видел его. Сюда, к нам, в зал, идет Букер Дэвид. Дэвид, мы звали его белым индейцем в Вунден Ни. Столько жутких трофеев он собрал. Это доблестный и достойный человек. И он поможет нам, наконец, обрести покой. Видимо, Лейд свихнулся. И уговорил даже собственных солдат, видимо, на то, чтобы просто погибнуть от нашей руки. Так, он там открылась сверху, он там открылась. Так, ну нам вроде как туда, но, блин, тут еще есть. Как раз вот место. Так. Ну так, да, нам не сюда, но... Зато тут можно что-то осмотреть, все. Нет, это хорошо. Так, пистолет, нет, нам пистолет не нужен. Здесь, правда, ничего вроде бы сверх такого нету. Но, тем не менее, осмотреть стоило. А с противоположной, по-моему, у нас ничего там нет такого, да? Да, с противоположной стороны у нас ничего нету. Жаль? Ну ладно. Ать-ать-ать, прям в ловушку же. Хотя нам... Мы же неуязвимые, нам... Пофиг. Так, ладно, давайте сюда тогда двигаться. Ну, вроде сюда, да? Да, именно сюда. Винтовка, лук. А Дэвид-то, оказывается, у нас тут еще вояка был. Так, что это у нас? Comstock Keeper of the Sword. Хранитель меча. Или что-то типа такого. Давайте двигаться. А он и Лейд. Накидался тут ловушками, и что дальше? Интересно, а их ловушки будут убивать, нет? Ладно, придется так двигаться. Так, где там моя винтовочка? Извините, ребят, так, игра кончай это делать. Неблагородным делом занимаешься, подлагиваешь. Так, нет, блин, прокручивается колесико иногда. Так,
Ну да, все то же самое, что и было. Берите шок-жаки у Слейта. А ты где сам Слейт-то? Нам. А. Так, погодите, давайте вот этот поменяем. You're not done here, soldier! Eat everything that's on your plate! Finish it! Кого ее? Нет, я тебя не хочу убивать. You're a tin man now! A tin man! Так, получить жокей. Вот ты. Шикарно! Press to shoot a bolt of electricity. Hold and release to create a shocking trap. Заставки очень радуют меня на самом-то деле. Убивать. Ладно, давайте двигаться отсюда. Незачем нам убивать его. Спасибо. Much obliged. Пускай живет. Ему есть за что бороться. Так, ладно. Нам нужно двигаться назад уже. А книжку-то мы, кстати, так и не нашли. Ну-ка. О, слушайте, работает до сих пор эта штука. Прикольно. И хорошо. И солями будет снабжать. Это тоже хорошо на самом-то деле. Будет чем, так скажем. Ладно. Просто будет снабжать на солями, это хорошо. В любом случае. Так, на нас тут никто еще больше не нападет? Нет, нападет. Так. Так, ну где ты? Блин, промазал. Блин, ну. Tell what Slate said bothered you. You showed me. Sometimes you have to do what's necessary to survive. There's survival, and then there's finding pleasure in the act. Booker. Look, you seem like a decent enough sort. That said, less you know about me, the better. Блин, у нее такое эмоциональное лицо, серьезно. Просто поражаюсь. Молодцы. Разработчики. Старались. Так, лишь бы на нас тут опять эти оловянные солдатики напали. Не хочется с ними воевать просто. Но, возможно, еще придется. Ага, во. Так, ну-ка. Великолепно. Так, ладно, давайте выходим отсюда. У нас там как раз где-то справа от выхода должна быть еще одна небольшая статуя, где мы, по идее, должны раздобыть книжку с шифром, которая бы нам помогла расшифровать ту самую запись. По крайней мере, мне бы хотелось на это надеяться, так скажем. Что это еще за маски такое? А! Пускай стреляет. Блин, промазал. Да умри ты. Да черт побери, умри. Во.
Кстати говоря, надеюсь, что этот турель по нам стрелять не будет все же. Она мне очень нравится, но не хотелось бы, чтобы она нам по нам стреляла. Так, что, где? Я что-то видел, слышал. А, о, снайперская винтовка. Не, нам не нужна снайперская винтовка. Так, это все тоже. Но там кого-то пытается расстрелять. Это штукенция, да? Так, а где ты? Во! Недолго прожил ты, товарищ. Так, а здесь мы, по-моему, были, кстати говоря. Да, мы здесь были. А вот тут вот как раз вот это самое... Так, увидеть, что там? Там что-то было. Секунду. Ага, механический патриот. Да! Вот так тебе. Я не знаю вообще, кто ты такой. Но убить тебя было тяжело. Это стоит признать. Так, ладно, давайте осматриваться здесь. Так, ну-ка. Пускай он там с ними сражается. А мы тут пока своими делами займемся. У нас есть над чем заняться. А там товарищ с гранатометом. Ох ты, не стреляй по мне, зараза, так. Ты ж еле живой. А, ну ладно, неважно. Так. Давайте-ка соберем с них все, что можно. И осмотрим вот эту вот башню дальше. По идее, где-то здесь должна быть все-таки, мне кажется, эта самая книжка с шифрами. Я почему-то в этом прям уверен. Ой, блин, ты меня пугаешь, отстань. Уйди. Тебя добить можно, нет? Нет, видимо, нельзя. Ну и ладно. Это мой дробовичок. Так. А здесь... Блин, похоже, здесь нету книжки. Блин, а где же она тогда? Черт подери. Вот, поехали. Блин, где же она может быть? Честно, уже понятия не имею. Хотелось бы... О, так, мне вот это не нравится. Опа, ать. Блин. Букер, не гори. Ой, да ладно. Неожиданно как. Я-то его и не заметил, да? О, отмычки две. Да уйди ты. Ох, понятия не имею, Элизабет. Так, нам куда-то назад нужно идти. Кстати говоря... Мистер Дуэтт. There's a moment when we're not being shot at. If you're interested, I spot. We hold these truths to be self-evident. Ну да, в принципе, как я и думал. Эта штука по нам стреляет. Да что к тебя? О, наконец-то. Так, я думаю,
где-то здесь нам надо будет... Блин, ну, Элизабет. Так, ладно, знаете, давайте, пожалуй, именно здесь мы и закончим, продолжим в следующий раз, а то предыдущая часть у нас получилась очень длинной. В общем-то, я прощаюсь со всеми вами. Всем удачи, всем пока!